три. Хорошо. То есть я вот так делаю. То есть игрой так поднимаю. Что-то мне он напоминает. Ну ладно. Всем привет. Хороший день для рыбалки. Сегодня я буду ловить на озере, недалеко от леса. Точнее, на окраине леса. Я уже здесь был несколько раз. Интересно, как в этот раз будет. В прошлый раз, правда, клевала плотвичка и окунь. Но на этот раз я буду ловить на балансиры. А там уже на самый крайний случай буду ловить на безмотылку. Ну что, вперед. Я решил начать с балансиров. Поискать окуня. А если не будет, тогда придется переходить на безмотылку. Так, поставить для начала. Ну, вот такую вот ручную работу тройку. И глубина здесь. До метра три, наверное. Первое пусто. Смотрим еще дальше. И хороший окунь. Вот это окунь. Пока за эту зиму у меня рекорд. Да, мне уже нравится. Работал балансир, ручная работа от Мозина. Главное, так дернул хорошо. Я хотел переходить. Единственный минус. Сегодня я приехал поздно, так как думал, высплюсь, по-быстрому доеду, а не тут-то было. Все утро сыпал сильнейший снегопад, что очень было проблематично доехать до этого места. Поэтому ехали вместо 30 минут больше часа. Попробую постучать по дну. И теперь приподнять. Не, один окунь и все. Красота здесь такая. Одно удовольствие находиться. Еще бы почаще плевал, вообще бы цены б не было. Но мне кажется, нужно просто найти. Я думаю, сейчас еще пробью лунок 6 и начну с камерой проверять. О, что-то не понял. По губам похоже было. Все, повторять больше не хочет. И если бы это была ветка, то точно бы цепанулся. Так, по итогу два удара и все. Нужно искать камеры. Смотрю, будет что не будет. Камера у меня. Да, в принципе, и так все видно. Если кто-то говорит, что рекламирует, я ее покупал, так что не надо. Ну давай смотреть. Кто живет на дне океана. Поставлено на цветную. Интересно, как будет видимость. Вон, кто-то был. Окунь. У нас совсем микро. Да, вон он. Но такие мне не интересны на балансир. Хорошо, на глубине что у нас там? О, плотва. И довольно много плотвы. А это кто? Тоже плотва. Ну такая, пол ладошки. Ничего особенного. Бо, окунь. Буквально
Вот еще один. Так, вот здесь уже интересно. И не в каждой лунке. Вон там кто-то был. Кто это? Тоже окунь. Интересно же, что же за камера такая. По итогу надо смещаться не на мель, а на глубину. Оу, а это что такое? Столб какой-то. А рядом с этим столбом он еще. А, это деревья, пеньки. Странно, такая привязка, никого нет. Один окунь был. Что-то мне он напоминает. Ну ладно. Примерно понял, где стоит окунь. И на каких глубинах. Набурил унок 10. Теперь передышка во время ловли. Вроде бы нашел их, а брать отказывается. Но без мотылки что-то не очень хочется переходить. О, есть. О, хороший окунь. Хоть что-то. Редко клюют. Но все равно. Ну, нормальный окушок. Уже скоро вечер. Должны же проснуться. Блин, а. Коряга. Испугался. Дожился, уже коряг боюсь. Какие балансиры только не ставил, на все плохо. Вот там у кого-то флажок горит. Жерлиц хватает. Кстати, леска у меня 0,14 флюорокарбон. На балансиры, в принципе, то, что надо. Ультра. В принципе, меня полностью устраивает. Под щуку маловато, а вот под окуня то, что надо. Нашел ветку, а здесь окуня так неплохо. Вон, прям все им засыпано. Единственное, будет цепляться, наверное. У, сколько его здесь. Ну вот, попробую ветку эту отбурить. Так, на балансире молчит. Я уже принципиально хочу поймать. Хороший тоже окунь. О, какой. Блин, а чё ж на балансир не берет, а? Просто знаю, его здесь много. Что его удержит, не пойму. Поклевочка. Есть. Только это кто? Ах ты, плотвичка была. Ну, совсем мелкая. По ладошке. И что-то мне кажется, надо возвращаться. Точнее, сейчас еще посмотреть в камеру. Есть ли там окунь. Попробовать еще на блеснилку половить. Если нет, ничего. Тогда буду возвращаться. Какая хитрая. Вот вас 100%. Так, давай посмотрим, будет что-то здесь на безмотылку или нет. Но нашел. И начинаем. Сперва все эти лунки я балансиром обловил. Ноль. Вот почему не клевал на балансир. Больно мелкий. Снова есть. Уже, ах, отвалился. Чуть-чуть покрупнее что-то было. Ну, вот как я и думал, на обед надо переходить на безмотылку. А потом где-то в пол третьего опять балансирить.
Два контакта сумки хватит. Значит, менять. Ух ты. Загиб. Точнее, подбив и загиб. О, есть. Да уж. И четко на верхней подсечке. А как раз от сюда, когда я это делаю. Сейчас покажу. Один из тот редких случаев, когда это сработало. То есть я вот так делаю. То есть игрой так поднимаю. Не получилось поднять. Дубль 2. Я вот так поднимаю. И вот на крайней точке я вот так вот подсечку делаю. Редко, но бывает. Ну вот и все. Рыбалка закончена. Сегодня клев, я бы не сказал бы, что хороший. Совсем плохой. Единственное, с самого начала порадовал прям окунь хороший. Потом еще один. Ну а на безмотылку одна мелочь клюет. Просто неинтересно. Поэтому я сегодня больше упирался в балансиры. Просто день такой. Смена погоды. Очень сегодня резко оттепель. Даже плюс один сейчас, у меня даже руки особо-то и не мерзнут. Но все равно, одел из-за ветра. А так, я единственное подожду морозов. Я думаю, во время мороза здесь будет поинтереснее. И самое главное, я знаю, что здесь довольно хорошее количество крупного окуня. Ну, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, не болейте. И всем пока.